Сегодня 27 февраля. Вот за 10 дней, по сравнению с прошлым видео, как у нас вырос тарантус. Уже настоящие листики стали намного больше. Достаточно плотные. Ну, поливаю и их я не сильно часто. Не переливаю и не даю грунту быть совсем сухим. Время от времени я, конечно, чуть-чуть подрыхливаю почву. У меня такой вот инструмент для доступа воздуха к корням. Вот из 15 посеянных, все 15 взошли, но один погиб. Ну, все 14 штучек пока еще у меня стоят. Фу-фу. И я думаю, пикировать их буду уже где-то дней через 10, потому что последние 2 дня он сильно прибавил в росте за счет того, что были очень хорошие солнечные дни. Им было достаточно света. Вот. И можно будет пересаживать уже каждый в отдельный стаканчик. Грунт я буду также брать универсальный для всех. Ну и удобрять будет целесообразно после пикировки где-то недели через 2, через 3, не раньше. В грунте им будет достаточно всего еще своего. И вот самый большой росток у нас. Получается 4 сантиметра. 4 сантиметра рост и 2 сантиметра как раз у нас по семидольным листикам. Здесь 1,5 сантиметра. Подожду, когда они начнут чуть-чуть добавлять вторую пару листиков. Я так говорю, где-то дней через 7-10 уже будет. Так вот он неплохо подрос.